Обязательно каждая лодка проходит обкатку, то есть кроме испытаний на воде мы ставим ее на прицепе для того, чтобы провести 14-часовую откатку, притирку мотора. Это обычно отбивает с новыми двигателями или после того, как произошла переборка мотора. То есть прежде чем вообще запустить лодку на воду, мы ее ставим на прицеп, стропим, соответственно, чтобы она никуда не уехала, заводим и на определенных оборотах 14 часов двигатель работает. Это чтобы все резинки, узлы, то есть все в моторе, все внутренности, они притерлись. И потом только уже начинаем проводить испытания. Только так. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично ощутить всю мощь и комфорт аэролодки «Север». «Север» для тех, кто преодолевает любые трудности.